безупречно и дерзко изящен, и прикуривает от пустоты. Объясните мне, где теперь правда, где ложь, где жало змеи, где пылающий уголь, где тюрьма? Неприступные стены, в которых я бился, оказались дешевой игрушкой ума. А мой компаньон терпелив, как апостол, даже он устал от моей суеты. И забросив к нему своими грехами, прикуривает от пустоты. Все пауки, что стояли за мной, разошлись по делам, а я все держусь. Но не стоит вставать у меня на пути, я могу оказаться немного острее, чем кажусь.